Сегодняшний день мы вот с этого начнем, пожалуй. Сейчас сыр без по твоей спине пройдется, я так думаю. Видишь, как он стремится к этому. Ему тоже надо, да? Ему тоже надо. И рыщенька там спит на фоне, господи, как мило. Прелесть-то какая. Ну что, кот, мы с тобой будем дружить? Не, не будем. Я не люблю котов. Собачки я люблю. Такие собачки, собачки миленькие, хорошенькие. Такие очи-пучи-пучи-пучи. Да не, ну красивые, замечательные, но слишком своевольные. А я люблю порабощать. Она ходит. Доброе утро. Да, она ходит. Опа, ходит реально из комнаты в комнату уже с утра. Ну и вечером. В основном по вечерам она начинает свой забег. Сейчас, я не знаю, только что проснулись, может быть, поэтому. Ползу-ка и тут немножко. У нас пока бабушка спит, мы не можем зайти в ту комнату. Ну, вот, сейчас будем наклеечки здесь клеить, сидеть. Ну, главное, знаете, на кухне есть развивашки, в комнате есть какие-то там книжки, игрушки. И вот там в гостиной тоже все расположено. Это твой набор инструментов. Джентльменский набор. Ой, как много всего. Ой-ой-ой. Вот так. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. Я тебе кофе приготовила. Ты скорее пока не остыл. А вещей все прибавляется и прибавляется. Пока собаки тут убивают друг друга, мы тут в шкафу нашли еще один бокс икеевский, только зеленый. Вот. Хочу попробовать его как раз помыть. Он грязненький, пыльненький. Аккуратно, естественно, тут не в стиралке, а щетками. Вот, посмотрим, отмоется или нет. У девчонок на завтрак сегодня кукурузная каша. Кстати, такую чистку зубов подсмотрела в фильме, и мне пришла в голову мысль, что это безумно удобная и клевая идея, можно сказать, лайфхак, как приучить детей чистить зубы, потому что им интересно будет чистить зубы маме, а маме важно хорошо прочистить зубы ребенку. Так что прям попробуйте. Не знаю, правда, с какого возраста. Ну, то есть, трехлетка легко с этим справляется. А вот дальше я не знаю. С Зоей я пока так еще не пробовала, но она пока позволяет самостоятельно. Мы, да, уже чистим все зубы, и, в общем, она позволяет ей немножко прочистить. Ну, как бы не так тщательно, как хотелось бы, потому что она закусывает щетину и все такое. Но медленно, упорно, приучится рано или поздно. Привела себя в порядок. Сейчас с мамой попьем кофейку. Дождемся, пока у меня Зойка проснется. И мы поедем, пока хорошая погода, в Новую Голландию. Я, честно говоря, не помню, брала ли я с собой камеру, когда мы последний раз туда ездили. Показывала ли я вам, что такое Новая Голландия. Но в Питере это прикольное местечко. Это место можно посетить в Питере, ну, если у вас есть свободное время. Потому что это такой необязательный элемент. Но прикольный такой, из разряда лофт-проекта этажи. Вот здесь тоже вот такой эдакий проект. Там прикольно сейчас детский корабль отстроили. Детишкам там весело. И театры показывают, и кино, и концерты бывают разные. Вот недавно Imagine Dragons, по-моему, выступали. А, не попала я на этот концерт, а хотела. Адмиралтейская. Она одна из самых глубоких по заложению станции в Санкт-Петербургском метрополитене. Мы сделали это. Спустя огромное количество времени. Пойдем сразу на травку. А, или здесь можно пройти. Мы пришли в Голландию. Самое главное, здесь можно наконец-то босиком походить. На травке посидеть. Вот там большой-большой корабль. Что-то классно смотрится на самом деле. Для детей тут однозначно раздолье, что стоит вот это вот, которое самозабвенно в камушках ковыряется. Ой,
что Мирослава, который бизиборды разрушает. Так. Пора, видимо, реанимировать наш старый бизиборд для Зойки. Зоя, не тяни все это дело в рот. Корабль и деревянные конструкции еще даже для Мирки, они великоваты. То есть будет ли ей лет, ну, наверное, 5-6. Будет здорово. Мы тут зашли ради интересов в очередной дворик. Очередные питерские колодцы. Вот это вот такой аппендикс полукруглый. Ну, в общем, там загогулина. Здесь какой-то ремонт идет. Лестница просто на две квартирки. Прикольно. Выезжаем. Все еще дворы. Тоже так забавно. Сейчас в центре творится перманентно вот такое. Поэтому с коляской довольно проблематично сейчас путешествовать. Имейте в виду. Мне вот такие дворы очень особенно нравятся. Вот так. Прикольно. И напротив тоже неплохо дом. Такой обычный, неинтересный, только вот цветочки. А вот это офигенно. Среди домов, вот ряды домов идут. И тут фигац открытая такая. Мне кажется, дом снесли какой-нибудь, да? Ага. Круто. Пришли мы домой. Как-то тяжко. Мы пришли домой. Время поваляться, наверное. Мама, да что моя кашуется? Как мило, Мира. Спасибо тебе. Самая моя красавица. А, ты легла рядом со мной. Ну, все вместе поместились в кадры, и ладно. Тут комментарии тоже читаю, натолкнули меня на такую мысль, что при подборе любых интерьеров, ну, что угодно, например, думаешь, как спланировать кухню. В первую очередь я думаю о том, как я это буду чистить, как я это буду мыть, удобно ли мне это будет делать. Во вторую уже очередь смотрю на цвет, там, не знаю, все вот наполнение всех шкафов там и прочего-прочего, на функционал какой-то. Это с косточка. С косточка. С косточка, вот она. А у тебя где косточка? Как она называется? Красная с косточкой. Белая с косточкой. Ключица. Ключица, да. Не ключица, а вот и... Ключица с косточкой. Что там Зоя делает? Развлекается. Вот вы знаете, поставили мы этот стеллаж. И вот я как там разложила игрушки, больше я туда не подходила даже к этому стеллажу за последние дни. Какая-то, знаете, такая движуха была. Ну, и смена обстановки за счет того, что мама приехала, поэтому мы тут с ней вместе всюду постоянно дела какие-то делали. Не было времени порефлексировать и прокрастинировать. А завтра мне предстоит не менее интересное путешествие в центр города. Я поеду делать татуаж. Долго думала на тему того, продолжать ли мне микроблейдинг делать на коррекцию скальпа, либо татуаж, но подумала, что татуаж эффективнее, эффектнее. Я посмотрела, мне понравилось. Ну, вот этим микроблейдингом поняла, что да, можно татуаж теперь делать. Так что будет интересно. Постараюсь поснимать. Муж присылает фотки с ремонта. Минус стены. Вот кто мне делает просмотры. По второму или по третьему разу пересматривает ролик. Вот она я. Смотри на меня. Как дела? Это моя премия. Не смей так снимать. Стены сломались? Да, сами. Хватит есть булку. Хочу из булку, знаешь, мы сегодня калории потеряли. Ну зачем их восполнять-то? Худеть как раз с помощью того, что ты потребляешь меньше, чем тратишь. Попей водички лучше. Я и так еще ничего не ел, что ты стал, что мне сдохнуть теперь? Водички попей.
Не сдохнешь. На воде можно до 30 дней прожить. Ну, сама живи на воде 30 дней. А мне и не надо ходить. Я не хочу умереть. Ты не умрешь, я тебе гарантирую. На этом сегодняшний влог мы будем завершать. Убегая от Зои. Злобная девица. Бокс я так и не помыла. Мы идем сейчас посмотреть кино какое-нибудь все вместе. Детей пытаться уложить спать. И пока-пока.